Дендропроектирование является одним из этапов проектирования ландшафтного дизайна и необходимо для правильного озеленения участка. В процессе дендропроектирования специалисты определяют, где будут располагаться деревья и кустарники. Для их грамотного размещения и подбора составляются дендроплан и ассортиментная ведомость, также делаются разбивочно-посадочные чертежи. Такие чертежи делаются в соответствующих масштабах с обязательным указанием всех размеров для правильной посадки деревьев и кустарников в дальнейшем. Заказывайте услуги в нашей ландшафтной мастерской. Обращайтесь по любым вопросам. Будем вам рады. Ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.